Всем доброго времени суток. После победы Федора Емельяненко многие фанаты ММА ждали, как отреагирует на это младший брат Федора Александр Емельяненко. Но сначала хочу с вами поделиться впечатлениями Магомеда Исмаилова после победы Федора Емельяненко над Тимоти Джонсоном. Исмаилов признался, что его удивило, насколько быстро 45-летний Емельяненко справился со своим оппонентом. Магомед выразил надежду на то, что после такого выступления последний император не закончит карьеру и еще порадует фанатов ММА новыми боями. «Все нормально получилось», – заявил Магомед Исмаилов изданию Sport Express. «Я за Федора болел, так что я рад победе. Не ожидал, что он так быстро сможет расправиться с Джонсоном. Мне казалось, что бой хотя бы до середины дойдет. Теперь ждем новые бои Федора». А что касается Александра Емельяненко, то он довольно лаконично отреагировал на победу брата. У себя в инстаграме Александр загрузил пост, где написал: «Поздравляю брата Федора с очередной красивой победой. Отмечу, что Александр и Федор уже долгое время не общаются». На этом у меня все, всем спасибо за просмотр.